еда. Продолжение Лешиного блога хочу сказать о том, что он поступает очень нечестно. Вот мы купили один на двоих, и я думала, что мы вместе будем пробовать. А он взял и кусил один. Я больше с тобой не буду покупать напополам, чтобы мы что-то пробовали. Супер. Я за. Как хорошо, что вчера помыли тачку, потому что сегодня снегопад. Пришлось ее всю раскапывать. Если бы она была грязная, было бы очень плохо. Так вон блестит. Все. Итак, следующая остановка. Следующая еда. Так, Лиза, расскажи, что это такое вообще? Так. Точнее, ты можешь заказать время через телефон, 15 минут до 2,5 евро, либо на целый день за 49 евро и сидеть работать. Угу. Вот так вот. Технологии. А зарабатываю ли я 49 евро в день? Итак, первый раз в жизни. Сейчас будем брать прицеп. Остановочка, все вроде просто. Наш поезд прицеп потрясающе длинный.